Командование ООН в Сеуле опубликовало видеозапись побега северокорейского солдата через охраняемую границу с Южной Кореей. Напомню, на прошлой неделе он дезертировал из КНДР на военном транспортном средстве. При попытке к бегству его подстрелили сослуживцы, но даже с ранением он успел добраться до демилитаризованной зоны. Сейчас бежавший солдат находится в больнице Сеула под наблюдением врачей. Отмечу, это уже четвертый случай побега солдата из КНДР за последние 4 года. Произошедшая ситуация, стрельба из оружия в зоне, которая разделяет две противоборствующие державы, является нарушением перемирия 1953 года. Основные выводы специальной следственной группы заключаются в том, что Северокорейская народная армия нарушила соглашение о перемирии, поскольку стреляли из личного оружия в демилитаризованной зоне, которая разделяет две противоборствующие державы. В командовании ООН заявили, что будут добиваться встречи с представителями КНДР, чтобы обсудить инцидент и не допустить аналогичных случаев в дальнейшем.